Всем привет, дорогие мои девочки! А я все продолжаю экспериментировать и выпекать хлеб. Сейчас я должна вот этот хлебушек, который у меня тоже настоялся уже в холодильнике более 15 часов. Должна запечь, поэтому вот так. Ой, какой красивый. Какой красивый, посмотрите. Ой, я его не сюда положила. Надо было вот сюда. Это вот сюда. Так, крышечку. Мой хлебушек основа готов. Вот такой он получился. Но, как видите, опять он у меня не взорвался так, как взрывается у других. Я не знаю, в чем причина. Вроде все делаю так, как положено. Ну, значит, не все так, как положено. В разрезе он уже остыл. Даже в разрезе он выглядит тоже вот так. Пористый и, конечно, вкусный, ароматный. Просто даже себе не представляете. Ну, в общем, стоит этот. И вот вам покажу другой, второй. Так как у меня их было два хлебушка. Этот я сегодня решила обрезать вот так. И он у меня получился довольно-таки хороший. Тоже хороший, тоже очень хрустящий. Аппетитный, красивый. И вот такие два хлебушка у меня снова есть. Ну что, буду стараться дальше. С каждым разом они у меня получаются все красивее и красивее. Поэтому я же не буду останавливаться. Я все равно буду делать хлеб. Так как это очень полезно, вкусно, просто божественно. Спасибо всем за внимание, дорогие мои. И если кто-то что-то знает, какой-то секрет, почему он не взрывается после того, как я его запекаю уже в печи, почему он не поднимается так сильно, не поднимается вот этот разрез, прямо у многих бывает вот такой вот красивый. Ну, я не знаю, что они делают, как это все происходит. Вот этот, кстати, я вытащила немножко пораньше, пока этот допекался. Этот у меня постоял уже. Я его, кстати, спекла в обычной сковороде, накрыла его сверху другой сковородой, ну, чтобы опять эта пыль, мука, вода в печи не было. Вот, и, в общем, выглядят они у меня вот так. Вот такая сковорода и, конечно, с бумагой внизу. Уже бумагу потом на середине не вытаскивала. И вот такой просто обычной другой сковородой создала как бы типа вакуума, чтобы внутри было ему тепло и горячо. Ну, спеклись вот этот, пекся так, именно вот в этой сковороде. А этот у меня пекся в той чугунной, которая вообще, вот я бы сказала... Ну да, раскрылся немножко, судя по разрезам листочков, раскрылись, да. А вот сам разрез большой, он никак не раскрылся, можно сказать. И сразу тесто прям вот прям расплывается и все. Даже если оно было у меня замешано намного гуще, чем предыдущий раз. Все, дорогие мои, до следующего видео. Огромное всем спасибо за внимание и буду ждать ваших отзывов, как всегда. Пока-пока!